Вас не было 6 лет. С Полом мы поддерживали связь, а с Уиллом не особо. Многое изменилось. Как вы себя при этом чувствовали? Просто рад был встретиться с Полом. Пол, я доехал до кампуса. Ты где? Же я рад тебя слышать. В общем, иди во внутренний дворик и направо. Увидишь такое забавное здание. Там свет горит. Это физфак. Я тебя там встречу. Приходи скорее. Ты так и не сказал, о чем пойдет речь. Я знаю. Жду тебя. Почему было не подождать? Зачем в 4 утра? Пол любил эффектные сцены. Убеждать уже некого. Пол всегда был жаден до успеха. Энтузиаст. Без него не обходился ни один список лучших молодых профессионалов. А теперь он руководил гигантским проектом в университете. Очень для него важным. Эй, митинг закончился. Иди домой. Доброе утро.